Всем привет, с вами Деликатес, и вот настало время выполнять последние испытания. Мир, подготовьтесь к последнему путешествию. Сера, все враги Сера. Снаряжение, к этому вы готовились, возьмите только самое качественное снаряжение. Получается, мы его сразу выбираем, и все, больше поменять его нельзя. Тогда давайте выберем мой любимый щит. А вот тут тень империи. Блин, мы его не открыли, интересно, конечно, но вот этот мне нравится больше, потому как он восстанавливает энергию после встреч. Так, а клинки, какие мы возьмем? На всякий случай. Мало ли от этого что-то зависит. Давайте вот эти возьмем. Или... Нет, вот эти. Так, из клинков. Морозный клык. А из булав мы возьмем гнев Хреты. Так, платиновый доспех. Ага, шедевр. А из обычного давайте вот это возьмем. Артефакт. Ну, восстановление здоровья. Погнали. И вот, наша повозка прибыла к конечной точке. Теперь мы увидим, какие изменения привнес Калос и сыграем в игру. И сыграем в игру жизни и смерти по-настоящему. И вот мы оделись так, как мы захотели. Мы выбрали снаряжение для последнего боя. Что ж, давайте начинать. Подумал, что надо бы присмотреть за тобой. А то того. Гляди, зазнаешься, спасая мир. А вот и стрела. Ты же должен был убедиться, что ты не напортачишь. Клинки Калбьорна. Он умер в прошлом испытании. Вот и пришла пора нам встретиться. Думаете, я буду играть в карты? Нет, я посвятил всю жизнь битвам, и битва будет сейчас. Гнев Хреты — одно из самых лучших оружий в этой игре. Дилер нам помогает. Я его оглушил, нападайте. Дилер нам помогает, сам дилер, охренеть. Блин, я думал мага смогу воскресить, нет. Он не встает. Если это станет нашей последней битвой, пусть нам поют хвалу. На тебе. I
А, снаряжение само меняется. Черт. Так, Мак, мне нужен щит. Тогда как оглуши его. На. Вот, сняли его доспех. Живучая тень. Ну-ка, глуша его, дилер. Пим-пим-пим-пим. Ну-ка, дилер, в последний раз оглуши его. Все. Готов. Я вновь стою у средоточия власти. Земля вновь полнится моей истиной. Магия вернется в эти земли, и империя падет. Игра вновь чиста.
Ну вот мы прошли игру. В некоторых моментах было очень сложно. В некоторых моментах все зависело от удачи. Нереальной причем удачи. В некоторых моментах все от ловкости. Маятник, карты выбирать. Блин, в общем, если оценивать игру по 10-бальной шкале, твердая восьмерка. Если бы не некоторые моменты, кривая анимация и добивание вот эти все, блин, было бы просто десятка. А так и сюжет все классное. Так, давайте откроем золотую монетку. За победу над Калосом. Кольцо Калоса. Что оно дает? Интересно. И вот что оно дает. Легкая способность, оружие способность, заряд не сбрасывается при получении урона. Крутое кольцо, однако. И в прошлом испытании мы получили помощник искателя приключений. Спутник. Как вариант, если вы получите благословение, вы можете его сбросить, чтобы оживить спутник. Ну, спутника. Щит для ловушки. Создает защитный щит при входе в лабиринт. Щит поглощает одно попадание ловушки. Вот, круто. Ну что ж, мы прошли игру. Всем спасибо за просмотр. Пока.